А вообще любопытно, что ж я за сволочи такой был, что никто из близких не объявился. Не, я понимаю, я не самый обаятельный и приятный парень на свете, но чтоб... Никто. Я тут подумал, что ж я за человек такой. Вроде близких много, и многим я как родной. Бывало и толпой давали что-то вроде клятвы. Куда ни кинь, сплошь друзья, кореша да братья. А тут недавно прямо ехали из Петрозаводска через Питер и Москву, мы на пару с Лёшкой. Питер богат кентами, там даже живет сестра. Но у всех дела рань такая, 12 утра. Ладно, чё, мы по-простому на метро, потом из Пулково прямиком в стольный аэропорт. А Москва — это вообще отдельная история. Там друганов в океан и братишек моря. Этот занят, у того экзамен, тот на днюху к маме. Я на память, набирая цифру вызов, нажимаю. Графоман доставит таки из дедушки в шир. Там Эдгар и его свояки, с кофе посидим хоть. Дома дождь, а ты стоишь и чего-то ждешь уж дома. Тут друзья и взрослые, и молодежь. Но если честно, то 10 случаев из 10. Из Пашевки домой еду не на кентах, а на такси. И всякий раз стою в аэропорту и думаю, что я не идеал, вреден и груб. Но чтобы так, и всегда самому домой. Блин, что ж я за человек такой? В подъезде понимаю, что забыл ключи от дома. Пол пятого утра, все спят обломно. Поломан домофон, телефон жены на беззвучном. Звоню час, звоню два, мне уже скучно. Начинаю листать контакты в трубе. Этот на работе, тот женат, третий так себе. Четвертый может и поднимет, ну а вдруг нет. Зачем испытывать судьбу? Воду мутить. Вот скажи, речь не обо мне сейчас. У тебя есть наверняка кенты, братья, там друзья в 6 утра. Многим позвонишь, скажешь, приезжай, просто поболтать. 3, 2, 1, не знаешь. Благо есть блокнот, ручка, лавочка, фонарь. Дождь идет почти беззвучно, грустно, но не парит. Чем больше строк на бумаге, тем больше мыслей. Буквы будто ревут от влаги капель, а я от жизни. Кто должен позвонить мне, чтоб я так подорвался? И пускай промок до нитки, приехал, пообщался. Сидел, перебирался сонной головой, размышлял о том, что ж я за человек такой.